непрості часи, дай спорту себе підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. OMTV.ua про головне. Первую партию беспилотников, подготовленную так называемой коалицией дронов, намерена отправить на Украину самая мощная европейская держава – Латвия. А теперь смотрим на карту. Мы спокойно группировкой обнуляем. Из Вильнюса делаем Вильно. Вспоминаю, что такое Ревель. И спокойно правый фланг прибалтийский себе освобождаем, не ломая голову, что нас кто-то может ударить. Россия – особая страна. И у нас живут особые люди. Вся история взаимоотношений Литвы и Москвы – вечная борьба свободы с рабством. Литва была московским князьям поперек горла еще тогда, когда была великим княжеством и не хотела превращаться в сарай. А Москва отчаянно хотела стать сараем, да так им и осталось. Значит, и я сейчас скажу, что было дальше, и назову даты, чтобы не было путаницы. Этот литовский дух вольнолюбия и взаимоуважения пошел, кстати, на пользу не только самой современной Литве. Мы видим его и в украинских майданах, и в Белорусской площади, всюду, где свободные люди выходят против притеснений. Пожертвовавший свободой ради безопасности не заслуживает ни свободы, ни безопасности. В 20-е годы прошлого века большевикам не удалось советизировать Литву. Они вернулись в 40-х, чтобы потом десятилетиями выкорчевывать проклятый дух литовской свободы и не выкорчевать. Ну это же, ну вообще уже совсем одурели. Ну просто одурели. Ну а потом была перестройка, и дальше уже многие знают и помнят. Литва – тревоги нашей. Восстановление независимости. Войска в Вильнюсе, между прочим, экономическая блокада Литвы. Да-да, не какое-то там частичное прекращение транзита из-за санкций Евросоюза, а полная блокада руководством СССР одной из союзных республик. И ничего, советское руководство во главе с Горбачевым и Рыжковым считало, что это в порядке вещей, и проиграло. Это было всегда. Независимость Литвы признал Госсовет еще СССР сразу же после августовского путча. Сейчас в Госдуме один из местных городских сумасшедших зарегистрировал целый законопроект с требованием отменить это решение Госсовета. Мне сразу же показалось странным и то, что парламенту одной страны предлагают дезавуировать решение руководства другой. Россия-то вышла из Советского Союза, если вы еще не забыли. Да, а пока? И то, что дезавуировать предлагают именно Литву, хотя Госсовет принимал решение, которое касалось и Латвии, и Эстонии. А теперь ясно, они готовились именно к сегодняшнему кризису. Ведь то, что Литва вынуждена будет прекратить санкционный транзит в Калининград, было известно заранее. У них была возможность подготовиться к истерике и начать угрожать самой ненавидимой из бывших советских республик, хотя, наверное, сейчас самая ненавидимая все же Украина. Какая может быть ничья с нацистским режимом? Вы предали братство, вы предали веру, вы предали историю. Сейчас наши поднимают там, сколько мирных погибло, поубивали нацисты с 2014 года. Захарченко, Моторолы, Гиви. Вы ничтожество нацистские. Ничья с вами? С Гитлером ничья была возможна? Мы убьем всех нацистов. Да убивайте. Какой вы нахрен братский? Братский Украины, как сказал. Вы не братский. Вот Лукашенко хоть с вами ничью играет. А у нас с вами никакой войны. У нас с вами война на уничтожение. Самые страшные войны гражданские. Да, ну, это уже точно. Потому что ненавидели они все же не столько Литву, сколько само стремление к свободе. Вчера литовское, сегодня украинское, всегда связанное с цивилизованным миром, с США, с Европой. Со всем тем, что не умещается в их грязный сарай. Россия – это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация. И поэтому вполне логично, что в своей ненависти они действуют, но совершенно в гитлеровской парадигме. Крым – это, как известно, были судеты. Помощь соотечественникам, сакральные города – вся эта безумная лабуда.
Ну и к тому же, возможность для начальства удовлетвориться, что сами подданные, такие же сдуревшие, и будут аплодировать войне. Ура! Ура! Украина – это уже Чехословакия, когда объяснения о соотечественниках уже не очень нужны. Просто хочется забрать чужую территорию, и мотивами агрессор себя не утруждает. Агрессоры и милитаристы – все равно мы с вами, русские люди. Чехословакия не готова была сопротивляться Гитлеру. Украина готова сопротивляться Путину. Ей помогают, но все же наблюдают, чем дело кончится. Народ невозможно победить, который воюет на своей земле за свою территорию и за свою семью, за своих детей. Невозможно. А фюрер тем временем подползает к Польше, в нашем случае к Литве. Подползает с ужимками предшественника. Если Гитлеру был нужен якобы коридор в Кёнигсберг, то Путину коридор в Калининград. Да. Фюреры разные, город один. Хоть и сильно обезображенный десятилетиями пребывания в составе Российской Федерации. Если Путин удержится от нападения на Литву, он тем самым проявит страх перед НАТО и неготовность воевать с Западом. Нам что, воевать с блоком НАТО? Еще раз покажет, что НАТО – эффективный оборонный союз и гарант безопасности своих членов, ну и продемонстрирует цивилизованному миру, что бояться нечего, а нужно интенсивнее помогать Украине и добиваться политического и экономического краха РФ. Умремте ж под Москвой! Без этого краха, без возмездия шовинистической псевдоимперии безопасности не будет. Ну а если Путин нападет на Литву, что ж, он проиграет и в этом случае. Проиграет вместе с Россией, только быстрее и кровавее. А что делать? Написать в военной доктрине, что мы допускаем превентивный ядерный удар в ситуации, какую мы считаем необходимой. Сами подталкиваете к ядерной войне. Ну потому что другого выхода нет. Невозможно победить ядерную державу. И если российское руководство поймет, что ситуация угрожает распадом России, будет применено самое страшное оружие. И да, в этом случае погибнут не десятки или сотни тысяч, как в войне с Украиной, а десятки миллионов людей. В том числе, разумеется, десятки миллионов россиян. Ну и, разумеется, многие останутся без крова и средств к существованию на руинах своих бывших городов, пораженных болезнями, которые заставят нас забыть о коронавирусе. И да, экономика Запада восстановится гораздо быстрее, чем экономика России. В РФ вообще может не быть никакой экономики лет этак 30-40. И, конечно, нехорошо о таком рассказывать. Но такова логика Третьей мировой войны, которую может начать Путин. Она не пощадит уже никого. Ни жертву, ни агрессоров. Жахнем, и ничего не будет. Первую партию беспилотников, подготовленную так называемой коалицией дронов, наверное, отправит на Украину самая мощная европейская держава – Латвия. В коалицию, которую сорганизовали Лондон и Рига, входят 14 государств. Самыми активными среди них оказались Дания, Эстония, Литва, Канада, Нидерланды, Германия, Швеция. В планах коалиции до 25 февраля 2025 года поставить Киеву 1 миллион дронов. OMTV.ua про головне. Такой армии нет резервной для развития успеха. И поэтому Белгород, ну, собственно говоря, зарабатывает такие удары. Российское государство всегда находилось в состоянии такой осторожной обороны. Вот мы все время кто-то, по крайней мере, как нам казалось, и мы в это верим, все время кто-то на нас посягает со всех сторон. А обороняться можно только тогда, успешный долг, когда ты постоянно одерживаешь победы. Поэтому есть вещи, стесняться, мне кажется, ее не надо. Это особый такой дух победительности в нашей культуре. Мы крайне ревниво относимся к любым посягательствам на суверенитет. Любым. Мы крайне болезненно реагируем на тогда, когда пытаются решать за нас и играть на нашей поляне. Мне кажется, как так, в историческом ракурсе, вот такой примерно... В хорошем смысле слова культурный комплекс был в свое время у граждан Древнего Рима, понимаете, которые считали, что Рим может проиграть сражение, но Рим не может проиграть войну.
все-таки. Меня давно как бы нервирует, хотел сказать, бесит вот это увлечение молодежи рэпом. Но когда я, современной городской молодежи, но когда я пытаюсь погрузиться в это дело внимательнее, пообщаюсь с сыном, послушаю, что он там слушает, и почитаю, у меня начинает складываться ощущение, что через некоторое время мы будем говорить, что рэп — это русское искусство, там, ну, конечно, где-то там зародилось в Америке, но развитие получило, конечно, у нас в основном. Вот я, например, рассказал сыну, что первый рэпер — это Маяковский. Вот он теперь в классе это всем пересказал, они читают Маяковского. Согласились с этим. Наша культура очень дружелюбна, она очень открыта. И это вообще черта нашего многонационального народа. Вот здесь, кстати, хорошая черта русской православной традиции. Вы знаете, что православная традиция обязывает мягко относиться к чужому мнению, нетерпимо относиться к своим грехам, снисходительно к чужим. У нас такая была Российская империя, да и Советский Союз, такая была империя наоборот всегда. Можем об этом поговорить. Я хотел сказать о некоторых чертах, которые, на мой взгляд, появились в нашей культуре за последние... Очень важных чертах, которые появились или возродились, воссоздались в нашей культуре за последние 25 лет. 25-30 лет. И они очень важны. Во-первых, помимо запроса вот на консерватизм, это реальный, растущий запрос общества на личные свободы. Он с оговоркой, что мы признаем сильную особую роль государства, но я думаю, что это пока с оговоркой. Пока. Этот запрос на безусловность личных свобод будет расти. Меня это очень радует, потому что, на мой взгляд, вот этот запрос на личные свободы — это то, что позволило нам потом в свои годы присоединить все, что за Уралом. Это шли свободные люди к Тихому океану. То, что позволило России неимоверно вырасти. Как бы не хотелось некоторым людям верить в данные имперской, а после советской исторической науки, о чуть ли не добровольном присоединении сибирских народов к России, они имеют мало общего с реальными фактами. В ходе присоединения Сибири преобладало все же не мирное и добровольное вхождение, а открытое завоевание, сопровождавшееся вооруженной борьбой русских с сибирскими, как их тогда называли, инородцами. При этом отчетливо видно, что степень сопротивления и ожесточенности аборигенов повышалась с запада на восток, обратно пропорционально уровню их социально-экономического развития. И наиболее бескомпромиссную борьбу с русскими, точнее московскими, вели как раз самые дикие племена – чукчи. Подчинение этих племен, растянувшееся со второй половины 17 века до второй половины 18, представляет собой одну из самых трагических и кровавых страниц истории колонизации Сибири. Коряков и тельменов в конечном счете удалось объясачить, обложить натуральным налогом и привести в покорность. Чукчей же подчинить так и не удалось. С чукчами русские познакомились еще в середине 17 века в низовьях рек Колыма и Анадырь. Первые же встречи ознаменовались вооруженными столкновениями, и в последующем отношения с чукчами были исключительно враждебными, поскольку они не только отказывались идти в подданство и платить ясак, налог, но и вели против русских активные боевые действия. К началу 18 века численность чукчей составляла 8-9 тысяч человек. Занимаясь охотой, оленеводством и морским промыслом, чукчи не вышли из каменного века. Деревянные, каменные и костяные орудия только в 18 веке у них стали заменяться железными, добытыми торговлей и грабежом у соседей инородцев или у русских. Судя по казачьим донесениям, чукчи в начале 18 века со своего полуострова стали продвигаться к низовьям Колымы, рекам Анюй и Анадырь, вытесняя из этого района юкагиров и составив реальную конкуренцию русской власти. Стремясь в Америку и Японию, русские не могли оставить у себя в тылу непокоренные земли. Однако походы на Дальний Восток заканчивались полнейшим фиаско, несмотря на всю жестокость и превосходство в военно-техническом оснащении. Русские действовали исключительно методом подавления и устрашения. Отказ от принятия русского подданства неизбежно вел к физическому уничтожению мужчин, пленению женщин и детей. Очень часто чукчи, оказавшись в безвыходном положении, целыми семьями кончали жизнь самоубийством,
не желая подчиняться посланцам Белого царя. Наиболее откровенную тактику войны продемонстрировал казачий сотник Шипицын, исполнявший обязанности командира Анадырского острога. Летом 1740 года он с отрядом в 80 казаков отправился для сбора ясака с речных чукчей. В урочище Чекаева русский отряд встретился с крупными силами чукчей. Не рискуя вступить с ними в открытый бой, Шипицын заманил в свой лагерь под предлогом мирных переговоров 12 чукотских таенов, командиров, и перерезал их. После такого вероломства русские атаковали чукчей, которые, увидев гибель своих старшин, в панике разбежались. Эта военная хитрость Шипицына на долгие годы подорвала веру чукчей в мирные намерения русских. Любопытно заметить, что правительство не применяло никаких санкций к нарушителям своей миролюбивой политики. Постановлялось на онных немирных чукчи военную оружейную рукою наступить, искоренить вовсе, а которые из них пойдут в подданство, он их, также жен их и детей, взять в плен и из их жилищ вывезть и впредь для безопасности распределить в якутском ведомстве по разным острогам и местам между живущих верно подданных. С 1744 по 55 годы солдаты, казаки, ясачьи юкагары и коряки совершили десятки походов на Чукотский полуостров. Но все они провалились. Сами чукчи избрали тактику партизанской войны, избегая столкновений с крупными русскими отрядами. В итоге к середине 1750-х годов стала очевидной бесперспективность затянувшейся войны. Империя избрала путь к умиротворению непокорных чукчей. Местные власти доносили в Москву, что надлежит отныне с теми чукотскими и прочих разных и многих родов иноверцами, бунтовщиками, при склонении онных в российское подданство к платежам ясаков не столько военную и оружейную рукою поступать, сколько ласою, благодеянием и добрым с ними обхождением. Сенат согласился с закрытием Анадырской администрации, признав, что она бесполезна и народу тягостна. Тем самым вся предшествующая русская политика на Чукотке признавалась бессмысленной. Это не только свидетельствовало о прекращении боевых действий против чукчей, но и означало фактическое поражение России. Мощная в военном отношении держава не смогла сломить сопротивление маленького и дикого народа. Отрицание военных методов не означало, однако, полного отказа российского правительства от подчинения Чукотке. Даже в середине XIX века в своде законов Российской империи чукчи относились к народам не вполне покоренным, которые платят ясак количеством и качеством, какой сами пожелают. Известный этнограф и северовед Владимир Богораз, наблюдавший жизнь приморских чукчей в конце XIX века, отмечал, что они находятся вне всякой сферы русского влияния. В русском народном творчестве образ чукчей высмеивался. Этой народности придавался уничижительный характер. Чукче приписываются черты неотесанного, примитивного, обделенного интеллектом человека. Что интересно, подобное отношение русских прослеживается и к другим народам, не желающим становиться частью империи и беспрекословно выполнять предписания власть имущих. Но гораздо показательнее и колоритнее образ русского в чукотских сказаниях. В них высмеивается алчность русских, их необъяснимое стремление овладеть как можно большим количеством пушнины. Большое внимание уделяется их торгашескому поведению, готовностью поменять на шкуру песца все, что угодно. При этом часто русские изымали пушнину, не оставляя ничего взамен. Они приходили в ярость, когда чукчи отказывались от такого
неравноценного обмена. Жестокость русских занимает особое место, вплоть до того, что им приписываются элементы геноцида, то есть полного истребления чукчей. А наиболее характерной внешней особенностью русских в чукотской мифологии являются глаза. Это глаза замороженные, холодные, не совсем человеческие. Глаза жестокого, бездушного существа, которому нельзя доверять. Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, там воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Он возвращал. Вот что делал. Вот. Ну, судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. Первую партию беспилотников, подготовленную так называемой коалицией дронов, намерена отправить на Украину самая мощная европейская держава – Латвия. В коалицию, которую сорганизовали Лондон и Рига, входят 14 государств. Самыми активными среди них оказались Дания, Эстония, Литва, Канада, Нидерланды, Германия, Швеция. В планах коалиции до 25 февраля 2025 года поставить Киеву 1 миллион дронов.